Всем привет, ребята, с вами Кэкспейс. Сегодня я продолжаю игру Крузатик, другая история. Так, узнала, что тебе показывают. Давайте узнаем, что будет, если я рассказать о сестре. И погулять с Олей. Так как, я так понимаю, это не на стой не влияет. Это обычные. Ну и потом мы поменяем, естественно, на это. Но тут мы просто посмотрим, что будет за новый диалог и так далее. Это может прозвучать глупо, но... Мне нравится смотреть мультики с моей младшей сестрой. Нормальное занятие. Мультик извинили, уверенность в себе сменилась на уверенность в будущих насмешках. У тебя есть сестра? А я и не знала. Теперь узнаешь. Ну да, я никому и не рассказывала о ней. А как ее зовут? Оля. О, это так мило, Антон. Правда? А я думал, что ты будешь смеяться. Я? Да над таким может посмеяться разве что Пятифанов. Это наоборот, хорошо, что ты проводишь свое свободное время с сестрой. О, блин, я думал, это кто-то разговаривает. Почему так не было уверен насчет того, что Ром когда посмеялся бы, но вопросом лично задавать не стал. А какой твой любимый страшный фильм? О, да, сразу начала про страшный фильм. А я ски, меняясь и тему, вопрос поставил меня в тупик. Я стал лихорадочно вспоминать название фильмов ужасов. Кошмар на улице Вязов, наверное. Прикольный фильм. Но, по-моему, слегка слабоватенький. Вы могли глянуть через объявление особо о том, что в фильме я абсолютно ничего не знал. А мне нравится Крик 96-го года. Ну да, прикольный. Довольно приевшийся, но весьма неплохой. Правда, это не совсем фильм ужасов, а скорее слэшер. Типа того, но удачком все равно влияет. Вторая часть не оправдала ожиданий. Да, вторая часть провалилась, думаешь? Ты еще не видела третью, четвертую, пятую и шестую сейчас готовится. До того фильма ты расселся мои одноклассники из прошлой школы. Мне было не особо интересно. Но как я только что узнал, Полина в этих фильмах разбирается отлично. Наверное, хороший фильм. Но я... Очень советую тебе его посмотреть. Это ужастик. Не, советую тебе его посмотреть. Ведь я решил собрать... Познабать мир ужастиков рядом с Олей. Телек-то один. Неловкое молчание исчезло благодаря моему вопросу. Полин, а чем ты еще увлекаешься, помимо скрипки? Ох, Антош, извини, что прерываю наш разговор, но скоро прозвенит звонок... А я еще не подготовилась к уроку. Ничего страшного, я все понимаю. Мне тоже надо готовиться. Я тогда пойду. Поговорим потом. Окей. Вообще-то хотел мне чем-то помочь. Так, это понятно. Это было. Сейчас будет проскусный урок. Потом-то у нас все то же самое, остальное начнется. Приветик еще раз. Так. Приветик. Ой, этот урок был таким скучным. Да, все то самое, ничего не повлияет. Дайте просто перемотаем до Оли. Так, понятно, это ни на что не повлияет. Тут разговор будет с Катькой. Да, все то же самое. А вот теперь... Мы согласаемся, Гуля, потому что я узнал, это ни на что практически не повлияет. Гуляем. Стой. Я уже большой, мне труднее заболеть. Загрузаем опять, это... Ай, ну похер, оставим так, как есть. Мы просто ее надели, походу, и все. Я ничего не перемотала. Какой ты большой, такой же пупс, как и я. Оля недовольно нахмурилась. Тогда я пупс побольше. Ладно, все, идем. Или ты передумала? Ничего я не передумала. Обиженная воскликнула Оля. Ну, тогда пошли. На то, что так ее окутало. Ну, там холодно вообще-то. Мы вышли из дома. Я рад, что Оля изредка, ну, хотя бы будет гулять. Все мультики уже давно пересмотрены. Да и грузок Вианан... Она уже и вырастает. А еще я из окна лисичку видела. Не знаю эту лисичку. Она плохая.
Я опешил. Лисичку? Да, это была девочка твоего возраста. В красивой маске и шубке. Я хотела с ней поговорить, но мама запретила. И правильно. Я понимал удивление Оли. Не часто модно встретить девочку в костюме лисы рядом со своим... домом. Однако я этому так замнул привык уже. Ну что, пойдем? После. Я повел Оли по лисиной тропинке, а затем свернул в левую сторону. Ого, какие здесь закорючки. Ты о чем? Тебя так закорючки удивили. Оля показала пальцем на голую деревню, скучившуюся от беспощадного холода морозной зимы. Ага, те еще коряги. А можешь мне свою школу показать? И почему же именно школу? Интересно посмотреть, где ты двойки получаешь. Пятерки. Оля хитро посмеялся. Я вообще-то хорошист. Во. Ладно, пойдем. Но ненадолго. Заодно поселок тебе покажу. Ура! Оля беленькая сагала по притуптанному снегу. Я в танцевый раз за ним соследовал за ней. Нет проблем, нет забот. Эх, не ценит то время, когда мы были мелким. Очень долго до школы идти. Долго, да. И ты каждый день так? Да, прикинь. Я уже привык. Зато часто на свежем воздухе бываю. А у меня носик от этого свежего воздуха уже замерз. Сама хотела погулять. Домашней духоты. Сама гулять хотела. Так что не уебывайся. Мы подошли к поселку. Не хочу домой возвращаться. Он воет, скрипит и кряхтит. Я тебя понимаю, Оль. Хочу вернуться в уютную квартиру. А как же шумные соседи? Если честно, я уже соскучилась по провинатору дяди Пети. Перфоратору, Оль. Да, перфонатору. Я на улыбку своей сестры, я сам недовольно улыбнулся. Как мало ей нужно для радости, всего лишь выйти ногу. Выйти ногу? Чё? Опа! Антон, не ожидала тебя увидеть. Всё, гуляет тут столь. Полин подошла ближе. Мило улыбнулась и посмотрела на Олю. А это сестра твоя. Оленька, правильно? Да, тот разговор был путулсом, то это ни на что не повлияет, так понимаю. Ого! Антоша! Антоша, она меня знает! Не переживай, Антон говорил о тебе лишь хорошее. Я немного засмущался. А как тебя зовут? Я Полина. Очень приятно познакомиться. Антош, а откуда ты ее знаешь? Недолго думая, я вымолвил. Она моя подруга. А еще мы учимся в одном классе. Ого! Полиночка, а ты будешь моей подружкой? А то у меня вообще друзей нет. Конечно, буду твоей лучшей подругой. Антон, ты слышал? Слышал, слышал. Только не зазнавайся. Как они мило общались, заставляла меня улыбку на моем лице сидеть еще больше. Ой, Полина, а ты придешь к нам в гости? Олин вопрос, адресованный Полине, заставил мои щеки побагроветь. Нихуя себе слово. Оленька, если твой брат будет не против. Не против. Посмотреть на Олю, а затем на милую улыбку Полины, я еле-еле выдавил себе настолько слов. Да, конечно, приходи. Я опустил глаза вниз и стал скрябать на ледяную корочку. А засмущался как? Оль, перестань. Весь покраснел. Позорь меня. Слова Полины кинули меня в зар. Одновременно ей понравилось быть рядом с ней.
но в то же время было некомфортно ощущать себя стеснятым ботаником. Ладно, ребята, я пойду. Дела не ждут. Иду. Иди. Тьфу, блядь, иду. Так быстро? Мы даже не обсудили любимый мультик. Оленька, я обязательно приду к вам в гости, и мы обсудим все-все твои любимые мультики. Обещаешь? Обещаю. Ура! Антош, а ты любишь Полину? Нихуя себе вопрос. Я остолбенел. Полина, видимо, тоже. Ладно, я пойду. Вот, пока, Оль. Вот, блядь, лучше бы не говорить. Это пока все еще вопрос. Полина попросила дать быстрое русло. Я что-то не так сказала? Все правильно, правильно, не бойся. Ничего, как? Это за позор. Чем ты думала? Я сделал глубокий вздох. Нет, Толь, все нормально. Пойдем домой. Да, все то же самое. Да, по сути, вообще ни на что не повлияет. Вообще. Сколько у нас тут? Серьезно? Только 11? Ну ладно, посмотрим тем, кто закончится у нас эта глава. Кстати, закончим и можем заканчивать. Ролик короткий, я что сделаю? Я же не буду, блядь, вторую главу играть, блядь, поверх этой. Это как неправильно будет. Вы же не хотите это смотреть или слушать. Это все я смотрел. Он там думает о своей жизни и так далее. Ну. Да, все то же самое. Это загадочный человек. Все. Все. Всех люблю. Всех целую. Продолжим вторую главу. Потом. Пока, Косыч.